Привет, зритель, ставим лайк и поехали. Нужно разобраться, есть ли вещие сны. А если нет, то как же приснилась Дмитрию Менделееву его таблица химических элементов? Считается, что женскому полу вещие сны снятся только в среду и пятницу, так как их принято считать женскими днями. Оттуда и пошло поверье, с четверга на пятницу сны сбываются. В особенности стоит акцентировать на сны во время церковных праздников. И стоит их помнить и понимать, ведь это наверняка вещий сон. А также во сне можно натолкнуться на различные символы, которые мы не понимаем в обычной жизни, но нужно разобраться и в них, так как именно они помогут вам во многих вещах в жизни. Итак, несколько толкований вещих снов. Коробки. Если коробка полная, это хорошо и говорит о благополучии. А если наоборот пустая, то к большим денежным проблемам. Означает, что, возможно, человек будет разочарован чем-то или окружающие что-то не договаривают вам. Падение. Если падаете вниз, то это плохо и говорит о том, что, возможно, будет неудача. А если падать куда-либо, то это сулит утрату в положении. Но если падение резко переходит на взлет, то это говорит о том, что в делах будет везение. Кошки. Считается, что если снится кот, это к ругани, а если маленькие котята, то к небольшому недопониманию. Но в любом случае, если снятся кошки, то на интуицию можно спокойно положиться. Зубы. Если выпадают с кровью, то предвещают болезнь. А если безболезненно выпадают, то все старое уйдет на второй план. Муравьи. Муравьи предвещают суетливые и трудовые будни. Волосы. Если снится сон о том, что вы расчесываете волосы, то это означает, что пытаетесь разобраться в своих проблемах. И помните, чем длиннее волосы, тем запутаннее у вас проблемы. Золотистые волосы – знак достоинства и отваги вашего избранника. Красивая прическа во сне – знак удачного поворота ваших дел. Но если волосы подстрижены слишком коротко, это предупреждение – не быть расточительным во избежании несчастий. Если вы видите во сне мытье собственной головы, значит, вы вскоре втайне от других совершите поездку, которая доставит вам огромное наслаждение, если только ее истинную цель удастся скрыть от семьи или друзей. Вода. Она говорит о том, что от вас требуются решительные действия. Если вам снится море спокойное, то ждут какие-то приятные известия. Пришла и ваша очередь поделиться своими наблюдениями в отношении снов. Опишите их в комментариях. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.